привет! Вы на канале Софии Машов ТВ. Всем привет! И мы сегодня делаем прически для старшей сестренки и для меня. А какую мы будем делать сегодня прическу? Гулики! Гулики! Серафима ходит на танцы, и мы делаем туда ей гульку. Поэтому мы хотим сегодня попробовать сделать такую же гулечку для старшей сестренки и для Серафимы. Вот, как видите, она уже в купальнике, готова идти сегодня на танцы. Да, мы одели ей такой красивый купальничек, такую красивую юбочку и вот такие красивые у нее косички. Но косички для танцев не годятся, поэтому нам нужна гулечка. Вот и мы смотрите, будем делать гулечку. Вот смотрите, жалко, что она без лосинок, как у меня. Вот у нее тоже юбочка, как у меня, такая купольники по цвету другие. Ну что, начнем? Да. Для создания причесок у нас есть вот такие разные штучки. Вот такое есть кольцо для создания более красивой гульки. Большой и объемной красивой. Она у нас будет гулька одна у Серафимы мы сделаем и одну старшей сестренке. Потом вот такая сеточка, которой мы будем украшать наши гулечки красивые. Серафима выберет себе и выберем для старшей сестренки. А также есть вот такие красивые шпилечки. Это если нам захочется еще чего-нибудь и добавить. И без камня. Да, и без камня. И без камушек. Это здесь 5, а здесь я не знаю сколько. А здесь много. Угу. Также у нас есть много. Вот такая резиночка, которую можно одеть на гулечку. Немного. Вот такая резиночка, которую можно одеть тоже на гулечку. Ну, а также, возможно, нам пригодятся всякие разные заколочки. Которые нам попались от старшей сестренки. Да, это ее личные заколочки. Вот такая расчесочка. Это тоже и еще есть у нас вот такой твистер для создания тоже объемных причесочек. Поэтому, возможно, мы даже сделаем и такую причесочку. Да, девушка? Ну что, начнем с тебя? Да? Нет, с нее. Со старшей сестренки начнем? Только я черную делаю, я хочу розовую. Ну хорошо, ладно, давай начнем со вот старшей сестренки. И вот такую сеточку делаем. Давай, расплетаем вот такие красивые косы. А я пока в этом времени буду разукрашивать розочкой и буду разукрашивать пушистиком. Давайте, ребятки, начнем. Итак, сейчас мы будем делать гулечку нашей старшей сестренки. Сначала, Серафим, мы что делаем? Завязываем. А пока мама завязывает, я пока поразукрашиваю. Итак, мы закончили делать нашу вот такую красивую гулечку, закрепили ее шпильками и сейчас будем украшать ее.
эту булечку. Серафимушка, ну что, попробуем одеть вот такую резинку красивую? Или сразу булечку будем одевать? Гульку. Гульку. Какую? Бордовую или черную? Черную, да? Хорошо. Одеваем вот такую сеточку на нашу вот такую красивую булечку. Смотрите, что даже у куклы может быть вот такая красивая гулька. Такие шикарные волосы у нее. Вот, получилась вот такая гулечка. Серафимушка, смотри. Смотри на свою старшую сестренку Киру. Вот такая гулечка. Ну, вообще, очень красиво. Можно сюда еще что добавить, Серафим? Вот такие красивые шпилечки с камешками. А ну давай, ты покудесничай. Ну, куда ты хочешь, туда можешь и поставить. Или уколоть. На, вот еще. Только так красиво их симметрично размести, чтобы они красиво смотрелись у нее на волосах. Вот сюда вот можно. Я хочу три еще. Всего три? Тогда это, мне кажется, вот сюда нужно. Можно две, а мне три. Хорошо, Серафима добавила вот сюда две вот такие красивые заколочки. Шпилечки с вот такими камешками. А три штучки оставила себе. Ну, я думаю, сюда не нужно никакие заколочки добавлять, поэтому получилось у нас... Ты, как красиво! Получилась вот такая вот прикольная причесочка. Так что Кира у нас уже на танцы готова. Вот, теперь ждет Серафиму, пока Серафима красоту наведет, и они вместе поедут на танцы. Ну, хорошо. Я думаю, что в следующем видео мы снимем, как мы делаем прическу с вот таким твистером. И вот у нас еще феечка, она сидит с вот такой красивой повязочкой, с помощью которой делается греческая прическа. И поэтому мы еще проэкспериментируем прическу греческую. Ребята, вот я сейчас буду клеить вот такие наклеечки. Вот, вот я нарисовала розочку. Ну что, Серафимушка? Шевелюру рисовать или прическу делать? Что в первую очередь? Давай сначала, наверное, сделаем быстренько тебе булечку, а потом ты дорисуешь шевелюру. Или ты быстренько? Вот так. Да, красиво, действительно, очень быстро. Так, Серафимушка, ну что, начнем? Да. Серафимушка, посмотри. Ну, тихо. Быстро. И хорошо. Итак, Серафимушка, мы закончили делать наши гулечки. У тебя гулечка, у Киры гулечка. Ты закончила свою разукрашку? Да. А ну покажи нам, что там у тебя получилось. Вот что у меня одно получилось. Другое получилось. Сейчас покажу вам. Две секундочки. Что ты там еще успела нарисовать, вот, пока вот на кудесничали здесь? Розочка. И еще одна розочка. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами Серафима Шоу ТВ. Кира, Марина, Даша, и всем пока-пока. Пока-пока.